Фиты, анорексия, каски, фрешблот, кулаки. Давайте, интеллект есть. Все, раздать это только пола бафа, уже фулл рейд с бафом стоит. Давайте кто пока что-то будет спать. Давайте. Давай придумаем какое-то хорошее наказание. Минус 1000 ЕП, например. Ну это жестокое наказание. Диспелить потом, это вот так помягче. Но я все равно буду фкашить. Кто такой Доек? Егор. Пятого марта. 5 дней прошло. 6. Давайте играть в командира. Доксон, ты тут? Просто два человека написало, что вот идут АФК. Давай попробуем пока вот так. Защиты кинул. Здесь по командиру может подержать. Да. Пошли. Тогда надо раздать.
Так, это Вистрер, да? Да. Окей. Кушайте рыбу. А чё оливают люди? Я кикнул. Магнус, заходи на метрику. Я что ли? Не, не ты. Магнус. Вот, заходи на Вара. Тулфайр, поставь шкаф. У меня здесь возле инста. Ух ты, робот пошла. Алексей, это Баффало каски? Офигенно, классно, кулачки поднял. Все, Даня, начинай. Ваши муки станут платой за это вторжение. А
Атон, ты в РК? Да. Ты можешь снять исступление с босса? Я не давал гимнах ХП. Хорошо. Пробуй. Беги. Таргарин, у тебя БДК есть? Кликайся. Да. Танки разберите, кто что танчит. Как вам удобнее вообще? Ваня, ФК. Ну, я тут. Даня первую, ну основу в смысле, я первую, потом Таргарин вторую. Дайте еще лапку. Все готовы, можешь начинать. Цирк приехал. Молодец. Споткнулся? Снимите зиппера. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Тут не видно. Явились из ниоткуда. Его не видно. Ну, видимо, где-то в текстурах умер. Не на земле. Дайте каску по Христа. И все. И запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Зарит. Сэдли, дай каску по Христа. На Рексе бафает на каске. А, то на Рексе бафает каски, не понял. Я ощутила присутствие. Когда можно не ждать каски? Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Начинать? О, я не знаю, что он сагрился, я у всех стоял. Придется прикончить вас. Таргарин власть, походу.
святилище пало. Самогон спрашивает, Пэйма, чё ты курой пошёл? Чё ему сказать? Не знаю. Скажи, как есть, Олег сказал пойти в фуры. Не знаю. Не слышно было, ладно. Сейчас тактику расскажу вам. Так, давайте. Селена, листалк, секьюрити тьму хилят. Селена, диспелишь тьму. Тюменская гекада хилят свет. Конус танчит свет. Палитра танчит тьму. Седли танчит мелкий трэш. Атон, ты знаешь, как напуливать на протопала мелкий трэш? Нет. Давай, допустим, появляется метеорит. Мы перебегаем на другую сторону. С этого метеорита разливаются лужи. А с этих луж выходит трэш. И вот, где ты видишь большое скопление трэша, ну куда он пойдет? Туда кидаешь обстрел, или, ну этот масса ОЕ, ну и напуливаешь на протопала. Угу. Я никогда не играл за ханта, может я что-то неправильно сказал, может поправите там, если я ошибся. Так. Резервно пользоваться. Да, но сначала первый напул отдай на БДК на первой фазе, вот как сейчас начнется, а потом уже напуливай на Седли, на протопала. То же самое на третьей фазе, выйдешь, напулишь на БДК, следующие напулы будут идти на протопала. Вот, как-то так. Так, первая пати остается во тьме, паладины все распределили, мне уже сказали. Так, кушайте рыбу, пишите в РК, на кого вы ролите. Свято, я по диспелю, гимн на ХП по команде, БРы, инеры по команде. Зиппер, что не хватает? Ты тут? Ку-ку. Находите на линию, за линию. Джерион, все готовы? Все, начинай. Палитра начинает. Кто не знает, святой мы стоим в квадрате. Перед метеоритом отходим как можно дальше, чтобы метеорит вот в ту точку и кинулся. А не в мелизоне, в рейде. Нептигене, метка, выноси. Сам себя диспель. Метеор, побежали. Мы уже в рейде, давайте в квадрат отходим, бейте босса. Никада, выноси метку. Все, мельники, заливайте трэш. Зиппер, Войд, Аудасиус, крикните на ХП кто-нибудь. Встали в квадрат, отошли в квадрат, сейчас будет метеор. Аргарин, вноси метку быстрее. Диспел. На, да, я диспелю. ХП побежали. Да, четвертая пати остается в свету добивать голема. Вот это забыл сказать. Четвертая пати, вы слышали? Soulfire, заходишь во тьму. Вселенная, выноси метку. 2% до переходки. Давайте, второй еще сыграли. Обдотали больших големов. Все, БДК зашел. Рейд заходит. Встали в квадрат. Во тьме на звезду ориентируют. Нелтер. Огнежок, ты забыл зайти, точнее остаться, молодец. Ой, блин, сори. Лезвие. Вы
чарджер, метка. Лезвия закончились, четвертая пати может заходить. Мы не успеваем. Ну, оставайтесь тогда там. Лезвие с меткой одновременно, смотрим. Так выносится метка с лезвиями. Кажет. Кажу. Лезвия закончились, заходите. Хант, батон, который на третьей фазе, напулил трэш мелкий на протопала и играешь потом большого голема. Пока большой голем жив, холёна не трогаешь. Смотрим лезвие. Сейчас будет фаза с меткой. Метку выносим не в сторону портала. Огнежок выноси, рейд выходим. Хан тоже выходи. Первая пати остается сток. Soulfire, давай СС на тюменскую. Гекада, давай рост. Что-то мало. Что-то мало маны. Applebox, Хотик, Докс. Я занял. Налтер выноси. Сам себя. Так, метеорит, побежали. Хант напуливай на протопала. Смотри, куда мелкий трэш идет. Во тьме дали рост. Смотрим лужи. Нормально лужи. Нет, не нормально, отошли в квадрат. Хилка, выноси метку. Не бейте трэш. Так, бьем все трэш теперь. РДД большого голема. Доксон, подымай Атона. Что-то ты не то сделал, походу. Дайте бафы какие-то по ханту. Soulfire, выноси метку. Диспель, возвращайся. Встали в квадрат, сейчас метеор будет. Метеорит, побежали. Побежали за квадратом. Смотрим лужи. Лужи в рейде, отошли в квадрат. Доксон, выноси метку. Доксона прохиль. Так, сыграли в большого голема все. Все в большого голема сыграли. Applebox, подымай Хотика. Хотик, подымешь Таргариена. Хотик, подымай. Так, у нас проблема. Встали в квадрат. РДД, помогайте добивать мелкий трэш. На танке метеор, смещайтесь в квадрат. Смотрим лужи. Мелкий трэш пока не бейте. Хилка, давай гим на хп. Войд, выходи в свет, будешь дамажить трэш. Сыграли трэш. Иссушение по мелкому трэшу. Так, ну давайте падать. Хант неправильно напуливает. Чё, кто-то пал в восьми? Смысл? Чтобы... Почему ему эта метка была разлита так далеко? Ну, ему только что истерию случайно кинул. Я вот зашел, когда уже падать начал. Трэш вообще не напуливается, короче. Не знаю, Чухан. Хан, что ты делаешь? Расскажи. Нажимаю на пул, потом массовое бью по трэшу и все. Ты после напула можешь переключаться в больших, чтобы не срывать, не умирать. А тебя нужен только на пол мелкий трэш. Бить его, там другие справятся. Ладно, смотри, если такая же фигня, я тебя меняю на другого ханта, мы убиваем. Хорошо. Потому что, не знаю, сейчас такое ощущение, что ты ничего вообще не делал. Сейчас хочу... Задача ханта помочь словить протопалу мелкий трэш, а потом себе можешь заниматься чем хочешь. Да, я хочу еще сказать, что последняя, ну, предпоследняя метка во тьме, она была разлита где-то впереди, когда не было лезвия. Я когда выносил метку вторую, ну, то есть, ну, я сдох в лезвиях в итоге, из-за того, что я не мог вынести. Давай узнаем. Жесть. Можете линкануть урон большого?
пока я заходил во тьму. Скот урон вышел. Мать фулбав. Чек на бафы. Здесь конфлоска на РБД. Угу. Да. Есть. Чек-то на бой. Спасибо. Заходите, они все подтвердили готовность. Заходите быстрее. Время не резиновое. Так, все, начинай. Побежали, метеор. Уже в рейде отошли в квадрат. Трэшер? Не знаю. Я сейчас только сейчас увидел град стрел. Протопал, подведи под меликов трэш. Ты под них кривали и Халиона, и трэш. Ну, блин, это же логично. Давайте, встали в квадрат, с метеор, побежали. Четвертая пати, оставайтесь, добивать голема. Блин, Хан, ты кидаешь уже этот градстрел, когда трэш уже весь пришел. Ты понял, в чем смысл? Его надо кидать до того, как пришел. Хорошо. Листалк, подымай зипера. ВДК, заходи, рейд, заходи. Забафайте зипера. Чего не хватает тебе еще там? Сейчас дадут. На Эриксия, давай каску. Каску поварам. Добили. Заходите. Сейчас будет лезвие одновременно с меткой. Выноси метку. Хан, ну прочитай, что тебе в гичате написали, все верно. Все верно, я писал, как нахуливать. Так, давайте все иннеры. Доксом, Котик, Иннер, Гекадди, Аплбокс, Кьюрити. Сейчас будет переходка. Не переходка, лезвие с меткой, потом переходка. Так, смотрим метку. Огнежок опять то же самое. Выходим в свет. Встали в квадрат. Гекада, давай рост. Тюменской, выноси. Сам себя диспель. Так, метеор. Побежали. Во тьме дали рост. Смотрим, как лужа разливается. Вот сейчас кидай на пол на протопала и давай град стрел под босса.
Так, давайте, сыграли большого голема. БР на КД или нет? Котик, поднимай Soulfire, Applebox Extreme. КД. Сколько секунд? 2 минуты. Понятно. Встали в квадрат. Побежали. Вы уже опять в рейде. Встали в квадрат. Спел, блядь, гимн на КД. Пой гимн на КД. Гимн на ХП пой. Давай вся круг. Все, можно падать. Заходим уже. А ИВК ждать или нет? Да. Не знаю. Вряд ли. Жди. Не будет, да, ИВК? Да будет. Да, еще не знаем. Готов, давай камень Долоран. Чего вы святого, мне интересно, блин, расскажите. Два трая обсудили, что святого, а ты спрашиваешь. Да, я что-то сплю уже так. Сетли протопал? Да. Этот мейнтан, святого. Ален, конетика вам в трэш, пожалуйста. В смысле, не в мелкий, а в больших элементалей. Ну ладно. Принимаю. Да, принимаю. Баф по рейду. Уроки символ веры Пинков стоит? Но он сказал, что стоит. Заходите за линию, чек на пул. Нету каски на магах. На Алексея, раздавай каску на магов. Все есть. Доксин готов. И друидам каску. Стой. Дайте, я на пул был. Все, готов. Еще манов нету. 20 секунд у вас есть. Все, начинай, все готовы. Ух ты. Убежали метеор. Блин. А у Сэдли печать ОЕшная стоит хоть? Да, стоит. Не понимаю, что так херово. Котик, метка. Ты подводи трэш в квадрат, чтобы фурики не вихри не доставали трэш. Ничего страшного не будет. Голем далеко. Таргарин, метка. Бежали метеор. Близко. Хотик, выноси. Дисплей. На ХП крик. На ХП крик. Так, БДК зашел. Рейд. Так, давайте разберемся по БРам. У кого КД?
Бога столько. Только у Эрдро. Все, понятно. Soulfire SS на КД. Плохо. А сколько минут? О, отлично. Тогда дашь СС на Тюменскую потом. Герцогиня. Четвертая пати заходит. Да, заходи. Листалк метка. Так, Доксон, Хотик, Иннер и Гекади. Аплбокс тоже Иннер, Гекади. Что-то ты слишком сильно проседаешь. Кавкер метка. Да, 50. Сейчас будет переход. Внимательно метку выносим. Security выноси. Выходим в портал. Да, ДПС стало больше. Гекада, давай рост. Хилкан сам. Отошли подальше в квадрат. Чем дальше будет метеорит бросаться, тем лучше. Побежали метеор. Во тьме можно дать рост. Смотрим лужи. Лужи течет в ред. Внимательно. Отошли влево-вправо, влево-вправо. Давайте, играем все в трэш. По юге им на отхил. Все в трэш сыграем. РДД в подкову долину. Миленький мелкий трэш. Полиприз ГГ. Сними дух, чтобы мы тебя БРнули. Хотик, подымай. Подымай быстрее, Селена. Все, побежали, не подымай. Сыграли пока в Халиона, хили там вдвоем. Ретрики сейвайте. Applebox, выноси метку. Большого дали все. Самогон метка. Встали в квадрат. Встали в квадрат. В квадрат встали. Хотик, в квадрат встань. Сейчас метеор будет. Побежали. Метеор. Доксон, подымешь Селену. Смотрим лужи. Лужи в рейде. Отошли в квадрат. Таргарин, выноси. Селена, вставай. Скажите, когда ей зайти? Заходи. Да, она там в луже, подожди. Уже не заходи. Селена, давай гимна ману. Тюменской выноси. Так, ну нормально, думаю. Встали в квадрат. 8, бейте 40. Взрывом разума бей. Побежали, метеор. Что поманись. Можно заходить? Да. Селена, иди заходи. Лужа в рейде. Лужа в рейде. Давай сакру. Гимна отхил. Да, гимна отхил. Applebox подымит Доксона. Сыграли большого голема все. Диспел вар, диспел вар, диспел вар, диспел вар. Нормально. Конуса хильте. Хилика выноси метку. Встали опять в квадрат. Слишком опасно. Опасный рейд. Дайте зиппер усаривал. Побежали, метеор. Последний трэш нужно пережить и все. Смотрим лужи. Опять лужа в рейде. Караул. Блять. Квадрат встали. Не на пулю сейчас. Не бейте диспел. Мелкий трэш пока. Не бейте мелкий трэш. Ну диспел. Таргарин, прожмись. Хавкера захильте. Играйте большого голема и мелкий трэш.
Пулбокс, метка. Все, можно добить Хариона теперь. На пулбоксы захилить еще. Так, метеор падает, побежали. Стоим и добиваем потом. Уже нормально. Не, не нормально. Квадрат встали. Блять, и мама закончилась как раз. Еще здесь чешка нахила, ебаный. Наручи, наручи, наручи. Хочу наручи. Чешка нахила. Ну просто хилы слабенькие, поэтому как бы удача улыбнулась нам. Ничего себе, мы вдвоем хилили тьму сейчас очень долго. Почти все время хилили, молодцы. Селена, как обычно. Селена перехвалил на ханте. Побежала под морду выносить лужу, метку почему-то. Я сдохла, поэтому. Так, экстрима.